Лето – жаркая пора для отпусков. Кто-то едет на лазурные берега, а кто-то, напротив, стремится попасть в Россию, а именно в Казань, чтобы своими глазами увидеть место, где встречаются Восток и Запад. Именно это и сделал гость из Швейцарии, научный сотрудник Лозаннской библиотеки Андреа Континотти. Накануне он познакомился с нашей библиотекой имени Лобачевского. Интересно просто, то, что работает чуть-чуть иначе. Там у нас библиотека независима от университета, а здесь там более... Там... тесные связи с университетом, это уже интересно. А потом у нас на самом деле там фонд рукописи достаточно, не знаю, как не важен сравнительно с тем, что здесь. Так что было интересно просто. Познакомиться с Казанью и заключить партнерское сотрудничество с нашим университетом приехали гости из Германии в лице заместителя директора Европейского центра университета Регенсбурга Лизы Унгер-Фишер и координатора программы Secondes Роксаны Дюр. Сегодня гостей познакомили с Музеем истории Казанского федерального университета. Меня очень впечатлила история вашего университета. Наш университет был образован в 1960-х годах, поэтому у нас нет таких грандиозных кампусов. У нас в вузе есть важные личности, но не такие, как знаменитый Лев Толстой. Я изучила литературу и языки. Татарская история особо интересовала меня. Теперь я могу увидеть все в оригинале. Марта Луканина, Ленардо Влетьяров, Руслан Юсупов, Универньюз.